я переезжаю на свою, на, да, на новую квартиру из этой, где я жил со своим соседом. Он еще спит. Сейчас просто 5 утра. Я просто с Киева вернулся вчера и еще не перешел на новое время. Но это как раз подходящее время для переезда на новую квартиру. Нету трафика и все такое. Так что, поехали. Я на самом деле уже перевез почти все свое барахло. Здесь осталось только немножко. Вот еще барахло, которое осталось мне перевезти. Так, что возьмем? Возьмем этот чемодан. Машина стоит на неправильно припаркованная, на аварийках. Сейчас, в принципе, все рано утром. Думаю, мне никто не влезет в тикет. Вон он стоит. В Сиэтле всегда идет дождь. Капец, паровозы здесь с утра гудят. Я вообще не понимаю прикола. На самом деле у меня нету ни мебели, ни посуды, и я вообще не знаю, как я буду жить. У меня ни черта нету, кроме шматья. Мебель и посуда у меня есть некоторая в Далласе. Теперь я не знаю реально, как мне оборудовать квартиру. Наверное, я просто куплю надувной матрас, чтобы спать первое время. Пока найду кровать, ну или куплю кровать и матрас нормальный. Перевозить из Далласа, кровать и матрас. Думаю, не очень вариант. Разве что я возьму U-Haul и поеду всю дорогу со всей своей посудой. Оттуда сюда сам приеду. Но это будет стоить штуку баксов. Реально перевезти все барахло. Будет стоить где-то штуку. Бензин, вся фигня. И мы в моей новой квартире. Абсолютный полный беспорядок. Вот моя новая квартира. Вот, сюда еще надо мебели купить. Вообще ничего нету. Кое-что вроде нам отдадут. Я в Фейсбуке нашел людей, которым не нужна мебель. Там есть столик. Столик обеденный нам здесь понадобится. И стульчики. Потом хочу здесь вот стенку поставить, такой шкафчик, положить туда некоторое барахло, книжки. О, господи, здесь куча всего надо делать. Ну и потом у меня даже нету дивана и кровати. Вот здесь спальня. Я думаю, что в Айке можно купить стенку. Здесь недалеко, в принципе, Айке. Либо найти на Крейглисте бэушное что-то в хорошем состоянии. Либо посмотреть еще на Фейсбуке. В принципе, варианты есть, но... День второй. Я купил себе полочку в Айке за 12 баксов. Положился такое, что... свое. Вот было 12.90. Она, видимо, была кем-то куплена, и ее вернули обратно. Ни царапин, ничего. Так что я ее купил. В общем, я был сегодня в IKEA, прошел через весь IKEA, искал полочки. Кстати, я искал книжные полки, но большие. Я хочу поставить во всю длину этой стены. Ну, не вовсю, но как бы такие приличные. И не нашел ничего прикольного. Но вот это нашел. 12 баксов как бы не играет никакой роли. Но я как раз положу некоторые сюда вещички. Больше из мебели в моей квартире ничего нету. Но я онлайн на Амазоне сейчас покупаю некоторые вещи. Ножи, там для душа, короче, занавески. Мне нужен коврик,
мне нужна посуда. И еще люди с Фейсбука предлагают там забрать диван один кожаный, но старый, такой потертый. Не знаю, еще забирать его или нет. В общем, это надо, если что-то забирать, то надо все это забирать в один день, один раз взять трак, забрать все у всех, кто что отдает. Но я завтра улетаю в командировку. Ну что ж, добавить еще одну вещь. Конечно, переезд мой – это полный беспорядок. Но есть другие хорошие моменты. Например, я получил письмо из пост-офиса о том, что моя почта будет теперь перенаправляться на новый адрес. Я поставил заявку. И в этом письме, в котором они официально уведомили меня о том, что почта теперь будет пересылаться, вот на таком листике, они мне прислали вот такую пачку купонов со скидочками. И здесь есть достаточно хорошие купончики. Например, Lowe's. Это большой супермаркет, сеть супермаркетов. Они продают там от строительных материалов до всяких ламп, переключателей, стульев, столов. Так что 10% off – неплохой вариант. Дальше тут есть очень много других магазинов, которые я не знаю, но они, в принципе, должны быть достаточно популярные и должны находиться где-то здесь недалеко от Сиэтла, потому что иначе какой бы смысл они посылали. 15% off. Xfinity. Кстати говоря, это интернет, который у меня здесь есть. DirecTV какой-то $200. $229. $225 скидка. До $225 скидка на матрас. Но, кстати, матрас мне нужен, так что это может реально пригодиться. Rated Barrel, не знаю. 15% off. И, ну, здесь какие-то прикольные штучки продаются. Так что, возможно, я туда загляну. Мне нужен и диван, и столик, и стулья, мне много всего нужно. В общем, и еще целая куча других, реально, очень много. И скидки от 10 до 20%. Вот какая-то электроника есть. Такая, типа, бытовая. В общем, я просмотрю это еще раз, посмотрю, где эти места находятся, и поеду, потому что сейчас я как раз в процессе. Сегодня я купил уже упаковку тарелок и разного размера и стаканы. И еще я купил кофеварку. Очень удобно делать в ней чай. Я, кстати, подключил кофеварку к умной розетке. И теперь я могу включить и выключить с помощью телефона. Можно, кстати, поставить еще просто за счет того, что там умная розетка стоит, которая включается и выключается. И можно еще поставить таймеры и включать, допустим, эту кофеварку, когда я прихожу домой.